Всем здрасте! Скучали? Мы тоже. Прошла неделя, может больше. Я уже что-то опять в числах запутался. Но сентябрь, кстати говоря, уже наступил. Всех с осенью золотой. Ну и с первым учебным днем минувшим. И приехали мы опять на эту распашку, где были в последний крайний раз. Ничего, не засеяли. У меня все мысли думали, сколько, 2 недели нас здесь не было. Я думал, сейчас чем-то засеют. Может, озим. Я черт его знает, что они, зачем они разборонили. Ну, зачем-то разборонили. Вот. Нет, ничего они тут не делали. В тот раз мы ходили вот до тех деревьев и обратно. Мы ходили быстро, буквально 2 часа, что-то там чуть-чуть, помните, набрали. Сейчас попробуем сместиться. Ну, то есть изучаем эти поля, они пока для нас новые. Сместиться туда, к реке. И чуть-чуть залезть в лес, там интересные опушки есть в лесу. Если, опять же, хватит сил. Тут Люба у нас вроде идет на поправку, но все равно еще пока ходить много тяжело. Сейчас луня видели красивого, как всегда, камера была далеко, опять не заснял. Такой же, с черными, ну, с темными крылышками, кончиками. Выдвигаемся. Мы погуляем и вам все покажем, а вы все посмотрите. Ну вот, первая монета. 37-й год, трешечка. Машины практически не отошли. Цель — дойти вот до того бугра. По карте дорога входила в лес и шла вдоль реки. Вот нам там надо посмотреть. Поле-то никуда не убежит. Очередной сигнал, уже имперская монетка. Но сохран здесь вряд ли будет нормальный. У меди. Чего это непонятно. Так, вот начинают попадаться вещи, которые, в принципе, мы ищем. Это где-то 14-15. Это где-то, да, 14-15, но, к сожалению, сохран здесь так себе, мягко говоря. Да нет, этот отойдет, просто он сам по себе. Ну, он уже такой обжеванный весь, бедненький. Да. Вот. Вырубил камеру нечаянно. Короче, малюсенький. Сейчас дойдем, вот, видите, горка. Вот здесь вот. И пойдем по берегу реки. Самое-то интересное на берегу реки. Ну и в лес попробуем сунуться. Но сейчас прилетела туча лосиных вшей. Это сейчас здесь ветер, хорошо. Там ветра нет. Они будут нас нямкать. Ням-ням. Спасения нет. Нету они. Ничего их не берет за раз. Хрен с ним кусают, они щекотятся, сволочи. Ну это кусаться-то кусаются, да. У меня 2 года назад бахнуло. Они вообще как фольга-фольга вообще. А он и должен быть. Двигаемся вот на тот бугорок. Приближаемся к холму. Следующий сигнальчик. Копеечка, по-моему, 86-й год, что ли. Ну, короче, позднятина. Да, у меди здесь вообще сохрана нет. Какая-то малюсенькая империя. Убитая. Интересно. Ладно, не затем мы пришли-то. Поэтому мы ищем. Ну, корсунчик я здесь пока не встретил. Короче, крестик. Ну, это такие серебряные поднимают. Да, да, но это поздние крестики. Внутенький, но целенький. Друзья, как вы думаете, чьи это следы на песочке здесь? Мишкины следы. Гулял он тут давеча. Ну, не прям сегодня, они уже подразмыты. Да, медведей все больше и больше. К деревням они подходят все ближе и ближе. Интересно. Чуть Люба загорает. Короче, походил, посмотрел, здесь еще кабани. Ой, свежие следы. Мишка вышел вот отсюда и ушлепал вон туда, к тем березам. Но это не сегодня, это, наверное, вчерашний, позавчерашний. А кабани только что шли. Полкопеечки 25-го года. Здесь получше, здесь песок. Ну тоже, конечно, хрень. Зайдет. Вот, кабанчик тут бегал недавно. Буквально недавно. Что там у тебя за красотень? Ух, какой, да.
Ну, это, конечно, не 11 век. Нет, очень, но он красивый. Ну, очень красивенький. Ну, прям, да. Пуговка-гирька. Маленькая, лысенькая. Хлоп, день-два. Говорят, чешуя. Ну да. Затерто. Забираем. Сейчас из тех кустов проехала бригада детских, детской техники. Ну не гонщик, маленький кроссовый мотоциклик, маленький квадр. Прикольные такие. Пацану на квадре на лет 7 вообще. Такой уверенно. Гиречка. Целая. Красивая. Крестик. Гнутенький, но целый. Идем в лес, пытаемся. Но нас оттуда могут выгнать лосиные мушки вот эти. Но вход дороги надо поискать. Ну, так, посмотрим. Монетка вышла на свет. Ну, убитенькая. И машинка. И пуга-гирька, но если снимать не стал, горела. Вот и монетка. Видите? Извлекаем. Какая-то странная монетка-то расплющенная. С охраны нет. Извлекаем, расстраиваемся. Сейчас две пуговки-гирьки. Одну убрали, она сломанная, а вторая вот такая. Красивая. Покажу. Моя любимая. Оп. С пипочкой. Звезда Давида. Ну, это шестиконечная. Ну, да, да. Я где-то в видео делал описание подобных пуговиц. А вот вторая где-то тут. Ну, на вот это. Такая. Дольки. Арбузик. Дольки. Сейчас. А вон. Ага. Но, к сожалению, облом. Ух, друзья. Да, ух, друзья, сейчас зачет прилетел. Прям, блин, сейчас покажу. Серебряная подвесочка. На ней выбит год. Выбит год почему-то наоборот. 1898, что ли? 60 какой. Нет, вот если перевернуть ее кверх ногами-то, и будет лучше. Нет, когда. Ну, здесь надписи сейчас. Какие-то. Здесь написано. Непонятно чего. Это надо смотреть, блин. Скре. Да, что-то непонятно. А, ты имеешь вот так, что ли? Ее кверх ногами ты есть повернешь, и вон он 1800, то ли 69, то ли 50. А, ой, потерял фокус сейчас. 1869. А почему вверх ногами, интересно? Слушайте, здоровская штучка. Попробуем найти информацию какую-нибудь. Вообще такую первый раз. Такую, да. Не, медные, нет, медные попадаются, а вот годом. Серебряные с годом первый раз. Ну вот, лайкосик. Лайкосик, грязный пальчик. Я давно не снимал традиционный отчетец. Может быть, возобновить такую практику? Короче говоря, ходили 2 дня по 4 часа. И вот в итоге наковыряли. С охраны, к сожалению, с того поля нету. Будем знать. Монет некоторое количество. Очень много конины. Это еще не вся. Прям конины дофига-дофига. Это тоже конина, кстати говоря. Пуговик гирик 7 штучек, какая-то заклепочка, 2 крестика таких вот, ну, обычных. Вот этот зачет такой, не было у нас такого, по-моему. Чешуйка зализана, ну и вот эта, конечно, штука сделала эти выходные однозначно. Вот, попробуем прочитать, что там написано. Ну и, в принципе, уже, наверное, вы увидели, если мы прочитали. Вот. Ну что, на этом откланиваемся. Ждем следующих выходов.
Всем спасибо, что с нами ходили. Всем здоровья и пока.